Сегодня, 3 июля, профессиональный праздник отмечают сотрудники госавтоинспекции. За порядком на дорогах они следят уже 82 года. 1930-е годы. В Москве случаются первые серьезные по тем временам пробки. И 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров утверждает положение о государственной автомобильной инспекции. Новый отдел НКВД борется с авариями, контролирует подготовку шоферов, привлекает к ответственности нарушителей ПДД. В Чувашии в то время насчитывалось 477 автомобилей. Ни знаков, ни светофоров, ни как таковой проезжей части не существовало. А в штате Чувашской госавтоинспекции было несколько человек. Сейчас количество только личных автомобилей жителей республики измеряется сотнями тысяч. Ваша работа, она очень ответственная, и я искренне признательна вам за то, что на самом деле выбрали свою профессию – это служение Отечеству. Ежедневно вы обеспечите бесперебойное и безопасное движение транспорта. Делайте все возможное для снижения аварийности. Первыми приходите на помощь попавшим в беду на дороге. Впереди новые задачи, отметил министр внутренних дел. В России принята стратегия безопасности дорожного движения, рассчитанная до 2024 года.